И всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Мутроз. Мы сегодня будем продолжать играть в игру под названием House of Fear. Дом ужаса или что-то типа того. Мы сегодня будем играть, обозревать новенькую версию, проходить ее. До сих пор я не прошел эту игру. Очень интересно ее пройти, посмотреть, выполнить некие головоломки. Но мы поехали. Нажимаем продолжить. Я не помню, может нам заново засчитает, может нам засчитает из того момента, где мы... О, остановились. Есть. О, привет, чувишка. Все, мы остановились на этом моменте с пауком. Это я помню. Это я точно помню. Ах ты! Ты посмотри, что они уже сделали. Плащ минус 15 энергии. Маска тоже минус 15. Так, все такое большое. Ну, логично. Тогда нам придется взять плащ пока что, получается. Блин. Получается, да. Но я зато могу подхилиться у алтаря. Ах ты, тут еще и на время. Нормуль вообще. Плюс 100 энергии, минус одно золотишко. Ладно. Это вообще какой-то беспредел, слушай. Беспредел. Что это такое? Я раньше не мог эту игру нормально пройти. Тут теперь нужно смотреть, как делать. И что, где нам нужно вводить? То, где нам нужно ввести. Здесь понятно. Паук на меня будет нападать? Нет, я, конечно, без понятия. О. Нам нужно как-то включить эту тарахтилку. Что здесь у нас? Чаша тут нужна какая-то. Или что? Или что у меня есть вообще в инвентаре? Погоди. У меня есть ключ. Тут нужен код. Я понял. Шестеренки у меня есть. Остальные разные приколюхи. Ладненько. Это у нас идет девятый или четвертый символ 9. Давайте мы сейчас будем смотреть на этих книгах. 1-5. Так, погоди. А двойка какая? Тут нужно все записывать, слушай, за ними. 1-5. Так, дальше идет. Двойка какая? А двойка какая, я не понял. А где два? Паучара. Блин. Мне тут очень жестко сделали игру. Даже если так, то ничего страшного. Тут нужна батарея. Я понял. Так. Один идет пятерка. О. Пять. Один. Три. Девять. 8, да? 5, 1, 3, 9, 8. 5, 1, 3, 9, 8. 5, 1, 3, 9, 8. Идемте, ведем. 5, 1, 3, 9, 8. 5, 1, 3, 9, 8. Есть. Ну, это было легко, честно говоря. Здесь у нас уже будет огромная батарейка. Мы уже этого паука можем спугнуть, убить, убрать. Понятно. Ну, вообще сделали жестко. Теперь нельзя бесконечно ходить с этими прибамбасами, как я это делал. Ну что, давай, врубаем, девчуля. Девчуля, врубаем. Чем бы и нет. Ну все. Остается только включить. А как нам это сделать?
Привет. Тун, 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 тун. Офигеть. Там такая еще музончик. Ну давай, что ты нам скажешь? А какая ужасная музыка. Ночью. Мне кажется, нормально. Так. Чувак. А, этот безликий опустошен. Вам необходимо поделиться с ним энергией. Погоди, нам для этого нужно свою энергию еще пополнить. Поэтому давайте идемте ее за денежку пополним. Вот. А денежку мы потом как-то еще можем, наверное, заработать, да, за рекламу. Ну как-то так получается. Как же иначе? Как же иначе? Ну давайте тогда. Все. Немножечко энергии пополнили. Пополнили. Тут я могу паутину брать? Не могу. Так, все так намного лучше нам пишет. Хорошо, безликий. Безликий. Давай, поделимся. Ого! 60. Я освободил его. Все, он мне дал ключ. Он исчез и оставил какой-то ключ. Логично. Логично, очень. Так, судя по всему, это ключ у нас от этого. Да. Мы с вами сейчас вернемся куда? Сюда. Не понял. Ага. Что у нас здесь? Я забыл. Простите. О! Безликий. Привет. Нажимаю, ничего не происходит. Ну, как-то лицо закрыто, или это его такое лицо? Привет, девчуля. А, этот безликий опустошен. Перед тем, как посадить его в клетку, стражники вынули из него душу. Бедолага. Ну что, может это уже откроем, а? А? Ну-ка. О! Опа-па-па-па. Е-е-е, золото у нас откуда-то. И что нам это золото делать? Нужно кому-то дать. Неужели нужно безликому отдать золото? Ты будешь золото брать, безликий? Да нет, золото он не берет. Зачем ему? Привет, девчуля. Ладно, значит, нам куда-то в другое место нужно идти абсолютно. Так. Давайте попробуем. Попробуем. Нам не сюда, по-любому нет. Куда же нам тогда нужно? Куда же нам тогда нужно? Нужно... Так. Сюда, что ли? Еще один врата, но они закрыты. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А тут, что ли? Нет, тут закрыто. Замок, причем, не открывается. О! Шестеренка может пригодиться. Надо ее как-то... достать. Погоди. Если я золото поставлю куда-то сюда, например. Не ставится. Куда тебе золото дать? Ты любишь золото? Или на него лучше не нажимать? Не будем. Так, это тут подохший. Наверх, что ли, тогда получается? Мертвый дементор. Так. О! Тихо. Скелет шевелится. Может, лучше уйти отсюда? Не знаю. Может, одеть плащ-невидимку? О, у него магнит. О! Есть! Скелет. Ты доволен? Ты тоже доволен? Золото им подавай, слышишь? Золото. Ну все, сейчас мы магнитом, значит, вытащим эту шестеренку. Но куда нам их, как бы, юзать, эти шестерни? Куда мне их использовать? Так, хорошо, магнит у нас использовался. А куда использовать нам шестеренки? Это вот вопрос на миллион долларов.
Тут мы ничего путёщего не добудем. Значит, у нас один выход. Это идти ниже, туда, куда-то. Хорошо, давайте. Давайте. Или выше, выше, да. Тун-тун-тун-тун. Тун-тун-тун-тун. Давайте поднимаемся, поднимаемся, идем, идем. И приперлись. Так, а что дальше? Погоди. Куда мы дальше попадем-то? Дальше мы поднимаемся и попадаем сюда же, куда и надобно, да? Или нет? О, врата. Мы отсюда пришли, я помню. Тут не надо ничего юзать, никакие шестеренки. Куда же? Сюда, там у нас какой-то пленник. Привет. Пленник. О, привет. Тут держали пленников. И видел такого в какой-то книге. Надо бы его освободить. Это безликий один из четырех смотрителей прохода в мир живых. Стражники забрали у него душу и держат здесь в плену. Мы должны освободить его. Давай попробуем. Возможно, тут будут шестеренки. Нет. Погоди, куда, куда? И тогда спустим его. Электричество. Не подходит нам. Нет. А что тогда нам? Куда нам эти шестеренки? Я что-то совсем не пойму. Эти звуки еще, ух. Навязливые. Так. Тут у нас дементор. Что здесь? Не понимаю, не понимаю. Ничего не понимаю. Так, тут была моя камера, по-моему. Что нам делать тогда? Подхилиться, что ли? Нет. Погоди, там этот рыцарь, я его помню, я его там обезвредила. Что дальше? Надо эту маску, что ли, юзануть. А ну-ка, врата, если я зайду. Тут стена пропадет. Понятно. Понятно, что ничего не понятно. И что? И что, скажите мне? А это все такое... Никуда. Если обратно нажму. Там какой-то есть рычаг. Я боюсь, что он меня убьет. Нет. Видите? Меня может задавить, понятно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А куда эти шестеренки использовать? Я так и не пойму. Сюда мы пришли. Куда дальше? Куда дальше? Тут этот стражник. Никудышний. Девчонка никудышняя. Но если мы сюда переместимся, там у нас паук уже сидит. Это понятно, это все очень даже хорошо. Но нужно как-то что-то еще.
Что-то еще. Что там такое? Там горит что-то. Неужели? Неужели нам нужно в тот шкаф, который там горел? Я не верю. Ну давайте попробуем тогда. Пуньк. Вернулись. Стражник тут стоит. Ту-ту-ту-ру. Понятно. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Так, где-то был этот шкаф. Нехороший. Но это не это. Это не то, что нам нужно. Там нужно что-нибудь сжечь. Сжечь хотите? Коробку, что ли, или что? Хорошо, хорошо. Что это за книга? Погоди. Какой-то путь. Зачем этот путь? Опа, картина сейчас. Картина. Что с тобой делать, картина? Ладно, тут нам что-то шепчет, что-то непонятное. Может, и вправду нужно немножечко подумать. О, мы же это еще не решили. Точно, блин. Так, картин с черепами сколько? Давайте считать. Один. Два. Так, два я вижу. Больше нету. Только две картины, правильно? Давайте еще раз. Так, 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 так. Один я вижу. Два. Ну и все, наверное, две. Три. Три. Три картины таких. Хорошо, запомнили три. Опа. Тут еще одна такая. Три картины с черепом. Или нет, или раз. Два. Три. Четыре картины. Четыре картины. Хорошо, запомнили четыре. Или еще тут есть. Четыре. Хорошо, дальше что? Дальше таких дядечек. Раз. Так, дальше дядечек. Но это не тут дядечка. Раз. Не вижу, не вижу, не вижу. Два. Три. Четыре. Четыре, значит, таких. По-моему, еще пять было, да? Четыре. Нет. Четыре, пять. Давайте еще раз. Раз. Это у нас стена. Два. Три. Четыре. Четыре. И, наверное, сейчас будет пять. Да, пять. Да, пять. Хорошо, дальше. И таких вот ребенков. Четыре, пять. Хорошо, давайте мальчика этого искать. Так, четыре, пять.
4, 5, хорошо. Раз. Два. Три. Четыре. Четыре, что ли? 4, 5, 4. Давайте идемте попробуем тогда. 4, 5, 4. Так, дементор. Пробуем. 4, 5, 4. 4, 5. Есть. Йоу. Так, ключ какой-то. Никудышний ключ. Мы еще тут не шарили, кстати. Опа. Открыли. И сюда нужно шестеренки. Серьезно? Я думал, они будут побольше такие. Нормуль. А что дальше? Нус. Чего вы? Не понял, что еще нужно время какое-то указать. Интересно. Я вам сейчас покажу свое время, какое у меня. А что нам нужно показать на этом времени? Ужасные эти картины, конечно же. А время-то какое? Какое время, мужик? Не понял я. Не понял. Какое время нам нужно показать? Это, конечно, загадка. Ну что, ребят, давайте мы пока что на этом закончим. Мы уже зашли очень далеко, я вам скажу. Очень далеко. Так. На этом все пока что. Идемте еще в последний раз, может, маску юзанем. Или не нужно. Я пока что даже не знаю. Может, нам нужно как-то маску юзанем. Хотя мне кажется, что там ничего такого не будет. Поэтому я лучше зря энергии тратить не буду. Мы уже продолжим из этого места. Вот. На этом все. Еще, может, посмотрю потом, как это все юзать. На этом все. С вами был я, Нутрозы. Мы сегодня играли в игру под названием House of Fear. Всем удачи, всем пока-пока.